Такой встречи он точно не ожидал. Множество камер, знакомые и незнакомые лица. Спасибо большое, эта поддержка была очень приятна. Второе, это, наверное, все-таки я не справился без их помощи. То есть они помогали не только морально, но еще и не в финансовом некотором плане. Это очень для меня многое значит. Женя немногословен. Сказывается волнение, да и сделано накануне было очень много. Бронзовая медаль и новый рекорд Европы. К Олимпиаде готовился долго и серьезно. Возможно, ожидал большего, но, уверены все, главные победы и достижения еще впереди. Я обещаю, что я буду выступать на следующей Олимпиаде, но там посмотрим. Наконец, официальное интервью окончено, можно пообщаться с родными и друзьями. Женя с радостью обнял маму, она, как никто другой, переживала за выступление сына. И к этой встрече подготовилась. Приготовила его любимый борщ, его любимые котлеты, ну и сама приехала встретить его. Встретить своего чемпиона приехал весь бассейн «Дельфин». Директор центра Гульнара Романадзе тоже здесь. С гордостью смотрит снизу вверх на молодого человека, который за годы тренировок в «Дельфине» окреп и возмужал. Самый маленький. Когда он в 8 классе, мы поехали на первый чемпионат в Казани, комментарии были такие: откуда такой маленький мальчик, черненький, даже не похож на пловца. Он с этого начинал. Маленький, красивый, черненький, а теперь высокий, стройный и лучше. Действительно лучший. Попасть в тройку лидеров в мире дорогого стоит. В этом уверен и тренер Жени Андрей Шишин. Вместе они пережили многое. Для дебюта молодец, все равно хорошо, в призах. А вообще, конечно, мы ехали за золото, мы боролись за него, но первый раз, может быть, не совсем все сложилось. Золотом еще поедет? Еще съездит, да. Золото еще впереди, а для этого надо много работать. В ближайшее время отдых, а дальше тренировки продолжатся. Ведь кроме выступлений на Олимпиаде, а следующая состоится только через 4 года, будет еще немало серьезных соревнований и испытаний. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ. И сегодня стало известно, что Евгений Рылов получил звание заслуженного мастера спорта России по плаванию. С удовольствием поздравляем его с этим званием и верим в новые победы спортсмена.